Душой мы един. Душой мы один. Буддисты с душой. Мусульмане с душой. Христиане с душой. Атеисты с душой. Обезьяна с душой. Все едины, скажут нет. А все человеки, люди с душой. С душой, конечно. Почему мы не едины? Душа-то у всех у нас есть. Почему мы не едины? Значит, не душой мы едины, не душой, а выбором своим мы едины, любовью едины. Иисус сказал, кто выше Иисуса, кто скажет, он выше Иисуса, кто посмеет голос поднять. Мы же голос отдаем, не поднимаем, чудеса не творим. Кто скажет, что выше любви? Что выше любви? Что? Но если выше любви нечего, тогда единство в любви, а качество? Или любовь в качестве. Любовь в качестве появляется. Начни делать что-то, вначале не получается. Нет любви, нет желания. Лучше начнет получаться. Интерес появится. Увидишь кого-то, кто тоже может. Пойдешь в правильное направление, пожелаешь так же смочь. Пожелаешь успеха, у тебя получится. Позавидуешь, будешь стараться всю жизнь. Не поймаешь. Не поймаешь. Не достигнешь. Упустишь, потеряешь. Поэтому выше любви ничего нет. Нет. Ни душа, ни в душе единство, и не в качестве. Качество приводит к любви делу своему. А это объединяет всегда. Это истина, друзья. Поэтому пора нам всем любви приходить, любви пребывать. Любовь дарить, отдавать, не ждать, не просить, не считать, не записывать. Просто то, что есть, давать. А любовь есть в каждом. Скажешь нет, тогда ты не человек. Без души тогда ты обезьяна. Эволюция в тебе дошла только до животного, до материи. Духовного в тебе тогда нет. Это биоробот тогда, если современно сказать ты. Хочешь быть не просто аватаром, хочешь быть заселенным духом, душою, любовью стать в качестве единства. Начни, начни. 20-20, 22-22, весь год тебе впереди. Баланс привести в порядок, прийти в себя, прийти, с ума сойти. Любовь приобрести, навсегда уже в ней пребывать. Кайф.